Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Узнай секреты профессионалов». И сегодня у нас на обзоре и на сравнении два блина Элейка. Одни тренировочные вот такие блины, другие тренировочные вот такие блины. То есть вот эти больше к соревновательным как бы относятся, вот это просто тренировочные. Разница в цене приблизительно на 50%, вот эти блины дороже. Процентов на 40, на 50. Вот. Особенность этих блинов. Они сделаны вот с такой вот железкой, которая литая, у которой здесь штырьки и залита вот непонятно чем. Это не резина, а какая-то полурезина, полупластмасса. Потому что вот я беру ногтем, нажимаю, и вот такой след остается, который потом уже ничем не стирается. В общем, качество у них очень плохое. Очень-очень плохое. Я никому не советую таких блинов. Сейчас, одну секундочку, найду. Вот такие вот вмятины вот остались просто от того, что их положили на асфальт и под собственным весом подняли за один уголок. И вот так вот асфальт просто сдирает, вот такие царапки оставляет. Это просто на обычном асфальте. Если мы сравним два блина, то здесь тоже такая непонятная, не полурезина, но или резина очень твердая, непонятная. Но она хотя бы так не рвется, как вот эта штука. Блины, получается, вот эти тоньше по толщине. Вот видно, в сантиметр разницы у них. Вот, сделаны абсолютно по-другому. Вот это новые блины. Им всего 2 года, грубо говоря, но нового. Вот этим блинам лет 10. Вот. По диаметру они одинаковые, но по толщине совершенно разные. И по качеству вот этого вот материала они абсолютно разные. То есть, если такие блины стоят где-то порядка 35 евро за килограмм, то такие блины около 17-18 евро за килограмм стоят. Вот. Блины тяжелоатлетические или кроссфитовские. Разница у них очень похожа, но отличия, как видите, есть.